Don't you lay this on me, you worthless sack of curchu sweat. You were supposed to watch the jail gate. Ah, blame the parrot. Always blame the parrot. Is everything all right, sir? Ah, Imperial spies! Hide their bodies! Ah! Oh, well, excuse my friend. We're just a couple of humble smugglers, unfairly hunted and persecuted wherever we go. Yep, seems the Imperials have shut down the planet's gelatonium plant. They must be, looking for someone. Well, we're kind of stranded ourselves. Our ship crashed back there and... Aw, kill him now! Sell their kidneys! Stranded, hmm? Well, I'll tell you what, pal. We're gonna make you a deal. You get the gel pumps working and we'll, procure a vessel for you. Here, you'll need this gelinator. Всем привет, с вами PSN Games, и мы возвращаемся в Ratchet & Clank Tools of Destruction. В прошлой серии смуглер нам помог с кораблем временно подбросить нас. Ну и из-за того, что мы были на борту, нас просканировали, к сожалению. Так, давайте это. Нет, давайте это не будем пока. Угу. О. Давай сюда. А, зря я это сделал, ну ладно. Придется тогда вытаскивать. А так и... Эк. Потому что сейчас еще одного будет оружие у нас. Даже два. Давайте... Газ, да. Ну, это медленно. Мучительно, можно сказать. А здесь лучше бомбы. Все то же самое можно и приобрести бесплатно в ящиках и Раритана. Perhaps we should try using one of our devices against that cyclo cannon. Третий. Так, нам бы не... Мне бы хотелось еще это прокачать. Я вот про это говорил. Чек Райджер, это вообще из моих таких любимых. Оружие. Потому что он дает Рейлетану очень много. Если прокачать. Так. Движемся наверх. Так, ну и...
Давайте тогда... это тогда... И вот так. Ну и все тогда. А. Welcome to the Grumblenet Weapon Shop. И Predator Launcher покупаем. Anyone asks? We never met. Press and hold the fire button to lock on to enemy targets. Then let go to launch Predator missiles. О, вот теперь у нас есть дальнобойные. Это дальнобойные и довольно хорошие, кстати говоря. И поражает нескольких противников, если прокачано у нас. Так, давайте опять. Вы помеха. Ну чё? Так, сюда мы сюда еще вернемся. У нас очень много патронов. И столько за... улучшением. Дальше пойдем. Это оставим. Ага. Ага, вот вы где, дорогуши. Electrical attacks are useless against an electrified enemy, Ratchet. Try a different weapon. Ладно, давайте все-таки вернемся, потому что у нас там нехило. Там патронов. Of zip lining. Stand under the zip line and press the jump button to use it. Да мы знаем, мы уже проходили уже сколько раз уже. Да. А вот здесь самое главное, чтобы был экипирован наш свиншот. Это самое главное. Если мы не экипируем, то он не появится у нас. Автоматически его придется каждый раз выбирать. К сожалению. Так, давайте теперь Predator. Так. Лес 50. Так.
А, ну сейчас он получит у нас. Добавочка. Так, а сколько там? 250. Давайте. Это необходимо. Цели он несколько ищет сразу. Не когда именно, а именно количество. Так, там еще один нахал. И сейчас он получит. Вот что кайфатор он делает. Естественно, ладно. Ладно, сейчас мы по-другому. Нет, так же. Все, классный. Того. Вот я иногда не использую его, потому что он атакует не того. Это бывает руина. И на руина. Больше ничего. И больше ничего. Это будет быстрее. На данный момент. А сколько там у нас прокачки? А, ну тем более надо было. Если ты лишний раз не вернешься. На стеке уже пожарный уже прыгнул. О, Ревитан. То, что нужно.
Теперь давайте еще наверх, уже тебе однозначно. Так, по-моему, здесь два золотого болта. Есть. Два их. Ой, здесь тем более надо. Этих мини-полицейских, как я называю. Но если у нас уже останется, к сожалению, жилье, а оно потом исчезнет со временем. Она не постоянная. Если мы улетим отсюда, то мы не сможем ее взять. Так, надо прокачивать нам, знаете, что? Сейчас комбастер и как раз, ну, первые, режим бомб. Ну, это по классике жанра у нас, здесь такие были, у нас в первых частях трех. Так че я там еще вышел? Спасибо за Раритан. Слишком близко был, к сожалению. Так, нам сюда. Так, там ничего. Вот ты чуть-чуть неправильно стоишь, то все уже. Не задело, смотри-ка. Спасибо, Тахион. За информацию. Ratchet, those creatures are telling us to go inside that building. Creatures? What creatures? Did you get your wires crossed in that crash? Have you been modifying yourself in private? Absolutely not. And I do not care much for your tone. Так, полетели. Это, кстати, было зоне, кстати. То, что вы видите, это зоне настоящие. Они не выдумки. И действительно существует. Да, если неудачно, то все сначала.
Здесь, по-моему, 2-3 точно. Золотого. Ой, золотые болты. 3 именно. 2-3 точно. Нельзя задевать до конца, надо лечить, к сожалению, да. Когда как бывает? То с первого, то... Конечно, с первого раза не получится, кто первый раз играет вот на таких именно играх. На контроле движения. От Sony. Так, полетели в другую сторону. Теперь нам свободно все. Пространство. Так, нам надо. Так, не сюда. Вот сюда нам надо. Здесь секрет. Раз. Первый. А именно на этой планете. Который вообще доступный на данный момент. Ну или второй. Это первый. You have discovered a piece of a Gadgetron holoplan. Plans are the property of the Gadgetron Corporation and are to be considered classified. Это взамен, если мы получим, ой, найдем все именно чертежи эти холопланы, то получим гроб 4. Почему именно 4? Потому что, смотрите, в четвертой части он по-другому назывался. Так, здесь секретка тоже. Еще раритан еще. Мы, кстати говоря, хорошее место выбрали для посадки. В начале. Именно в начале. О! Но здесь все, что было доступно именно, именно апгрейде, да? Это все, что мы видели. Они только экспериментировали те года с этой конфигурацией. И хочу сказать, им удалось это сделать, потому что это очень классная штука, апгрейд. Именно вообще классная. Я залипаю. Вы скачиваете Rarytown. Я кайфую, конечно. Да, их, по-моему... Не, так... Не все правильно, два, потому что дальше еще один будет секрет. Но уже внутри уже. Так, смотрим на карту, так. Ага. Так, нам не туда.
Так, это не то. Нам сюда. И давайте тогда закупимся. Так, он недоступен пока. Так, давайте докачаем, что ли. Немного именно. Идем с этой стороны. Так, это чуть позже. Ну, есть логичная мы мощь. Здорово. Не хочу рисковать. Просто. Думаю, что еще больше просто еще получим. Раз Раритана. А так получим просто меньше. Немного. Attention, citizen. The knowledge in this hall is protected by traps and puzzles, so deviously complex they will fuse your neural pathways should you be. Кстати, так чипановому выглядят мины. Помните, как в первой части они выглядели? Раза не получил со второго. А, ну а здесь надо сменивать, чтобы получить второй. Именно золотой болт. Нам надо сменить вертолет наш. Ой, самолетик. С места реактивного ранца. Не достанет просто. Так, нет, нам. Что ты? Вот, все. По привычке нажимал. Так вот, гаджет. Смениваем. И сразу обратно. И у нас уже два уже. Здесь, как и
третьей части здесь покупаются скины. Но я не, вообще не любитель скинов. Если, к примеру, шапочка, вот тогда да. Какая-то можно было бы на время. Dead. He's in the ventilation shaft above the map room. We cannot allow the Lombax access to its database. Кстати говоря, здесь легко можно было пропустить, потому что если не прыгнуть, то все. Пока это самое мощное, пока оружие надо прокачивать, конечно. Чем мощнее, тем лучше. О, еще Рейлетан здесь высыпался. Есть. Great, we're trapped. So why did we come here again? Clank? Planet Fastoon. Interesting. Why? Well, according to the database, it is a Lombax planet. Download the coordinates. We'll take the escape pod. But Ratchet, the database also says... Look, there's no time. Come on! Мы на Fastoon. Руины Ломбаксов. Летим. Ну, на этом мы, наверное, и закончим. Наше видео. You are now entering Fastoon. Touching down in 5, 4, oops, 3, 2, 1. Ну что ж, вот мы на Fastoon. Так, давайте прокачаем. Докачаем уже. А, ну не хватает нам немного. Ну тогда что-то еще. Двести 50. Ладно. Мощности надо тебе качнуть. Ну что ж, на этом все тогда, ребята. Ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще это не сделал. Делимся видео с друзьями. И вступаем в группу Одноклассники ВК. А с вами был PSN Games. До скорых встреч. Встреч, друзья, бай-бай. Надолго с вами не прощаюсь. Okay, I think we have all the parts we need. Let's get to work. This. Yes? Yes! It's working! Miserable little prophet. I can't believe they used Tinker Rather. Bunch of cheese! Oh, a Lombax. I thought I'd never see one again. Thanks for repairing me. What the... Where is everyone? I tried to tell you, Ratchet. The database said this planet was deserted ages ago.
Clank, you see that? It's an old ship. Very old, it would seem. We have to fix her. Ratchet, we must be practical. Tachyon will find the pod's flight codes. He will be here any minute. Clank, please. I need to fix her. Oh, very well.